Что, всем добрый вечер. Купил вот такую штучку себе. Вот. Прикольная вещь. Для нестандартной такой работы. То есть не машины мыть, а краску срезать с дома. То есть старая краска получилась. И получилась вот такая вот некрасивая вещь. Вот. Данный керхер вот режет довольно серьезно на широкой струе, потому что на тонкой начинает дробить силикатный кирпич. Вот. Преимущество вот этой штучки — есть регулируемая струя. Вот. Потом включается отдельно пенник. У нее свой бачок для пены. Вот он. Заливается туда пена для того, чтобы мыть машину. Есть фреза. Есть еще одна щетка. Ну, щетка в коробке, указывать не буду. Довольно сильная вещь. Так что надо быть осторожным. Плюс еще есть вот такая вещь, которая включает провороты. Вот сейчас включим, все покажу, как она работает. Получается вот так. Хочешь — раздвигаешь, включаешь вот эту вещь и проворачиваешь струю туда, куда тебе надо. Вот видите, довольно удобно направление. Теперь выставляем факел и одной рукой, конечно, очень сильно неудобно. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Секунду, начинаем резать кирпич уже. Вот. Срезаем старую краску. Надо быть осторожным, чтобы не повредить внутренние швы между кирпичом. В принципе, вещь довольно прикольная. С двумя руками было бы намного, конечно, удобнее это все делать. Краска старая, въелась очень хорошо. Вот как вот это все происходит. Потихонечку, не спеша. Готовим дом под новую покрасочку. Надо старую краску снять полностью. Вот. Как-то вот так оно все у нас это дело и движется. В принципе, работаем потихоньку, не по назначению, опять же, используем, но довольно очень хорошо справляется. Сейчас выключим. Буквально вот это, вот эту стеночку я сделал за 3 часа. Все, спасибо за просмотр. Всем удачи!